Очень многие из нас могут сказать, не успела оглянуться, а жизнь прошла. Мы все думаем, вот заработаю денег, вот куплю дом, вот дети вырастут, и я начну жить для себя. И вот пенсия на носу. Дети выросли, дом есть, а сил и желания нет. Хочется просто покоя. Вечная суета и погоня по кругу забрали все силы. Крысиные бега победили, ведь у нас не у всех есть потом. Кто-то преждевременно уходит, кто-то просто выгорает. Есть такое прекрасное высказывание: дорога под названием «Потом» приводит в страну никогда. Живите здесь и сейчас. Наслаждайтесь каждой минутой. Позволяйте себе быть счастливыми. Действуйте, ошибайтесь, падайте, вставайте. Совершайте глупости, влюбляйтесь. Наслаждайтесь каждой минутой. Говорите важные слова, пока не поздно. Вкушайте плоды этой жизни, не дожидаясь, когда они испортятся. Обнимайте, целуйте своих родных. Будьте щедрыми на внимание, любовь, милосердие. Все это сделает вас счастливым человеком. И помните, счастливые осчастливливают, а несчастные делают вас несчастными. День только настал, а уже 6 вечера. Неделя едва наступила в понедельник, а уже пятница. И месяц прошел, и год почти закончился. И прошло 40, 50 или 60 лет вашей жизни. И мы осознаем, что потеряли своих родителей и друзей. И мы понимаем, что уже поздно возвращаться. Так давайте попробуем максимально использовать оставшееся время. Не нужно стесняться искать занятия, которые вам нравятся. Давайте добавим цвета к нашему серому. Давайте улыбнемся тем мелочам жизни, которые являются бальзамом для наших сердец. И в конце концов, давайте продолжать наслаждаться временем, которое осталось нам. Давайте попробуем исключить потом. Я сделаю это позже, я скажу потом, я подумаю об этом позже. Мы оставляем все на потом, как будто потом было наше. Потому что мы не понимаем, что потом кофе холодный, потом приоритеты меняются, потом год заканчивается, потом здоровье ухудшается, потом дети взрослеют, потом родители стареют, потом обещания забываются, потом день становится ночью, потом жизнь заканчивается, и потом часто бывает слишком поздно. Так что не оставляйте ничего на потом, потому что, ожидая потом, мы можем потерять лучшие моменты. Мы можем потерять друг друга, мы можем потерять нашу настоящую любовь и человека, которого любили, и тогда это уже нельзя вернуть обратно, несмотря на наши сожаления об этом. Лучший опыт, лучшие друзья, лучшая семья, сегодня подходящий день – это момент сейчас. Мы уже не в том возрасте, когда можем позволить себе отложить то, что нужно сделать немедленно. Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать. Прими то, что есть, отпусти то, что было, и имей веру в то, что будет. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете. Оно зависит от того, что вы думаете. Никогда не ругайте себя за прошлое. Вы просто пытались быть счастливым. Просто живите. Радуйтесь, улыбайтесь, смейтесь. Не ищите счастья, будьте его источником. Знай, когда ты все отпускаешь, к тебе приходит самое лучшее. Не бойся, не зови уходящее. Позволь ему уйти, не жди будущего, позволь ему наступить. Не усложняй, пусть происходит то, что происходит. Поживем – увидим, доживем – узнаем, выживем – учтем.